сквере мастеров рядом с набережной Уводи установили еще одну тематическую лавочку, на этот раз свадебную, в виде двух белокрылых лебедей. Как говорят авторы проекта, всего в рамках селфи-маршрута появится 11 ярких скамеек. Их эскизы уже разработаны и утверждены. Например, появится лавочка с кокошниками для девушек и скамейка для парней. На самом деле, чтобы сделать город прекрасным, не обязательно ждать какой-то манны небесной. Там писать письма в Кремль, денег просить. Можно всем вместе поучаствовать вообще в облагораживании того места, в котором мы живем. Очень интересный проект, мне очень понравилась эта идея. Каждый может что-то сделать. На площади Ленина по инициативе разработчиков селфи-маршрута в четверг установили интерактивный арт-объект, сваренный из прочных стальных труб. Как уверяет автор проекта, конструкция антивандальная и рассчитана на то, что будет пользоваться популярностью у юных ивановцев. Это некая такая объемно-пространственная композиция, выполненная в металле, которая с определенного ракурса превращается в надпись «Город Иваново», наш город. Также это интерактивная надпись, то есть маленькие детишки могут ее использовать как лабиринт, то есть бегать, висеть. Можно покричать так, как это сделано в виде из трубки, вот, можно покричать в нее. Собственно говоря, вот такой вот объект, яркий и символизирующий наш город. Если задумка автора ясна, то не вполне понятно, почему столь вычурную конструкцию решили установить именно на площади Ленина, куда она явно не вписывается. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.